собираете воду из источника? Да. Благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе. К тому же этой водой можно пользоваться для разных целей. Например, пить? И это тоже. Но в основном она нужна для механизма. А, вроде водяной мельницы. Да, именно. Августа, 1839 год. Александр верит в то, что принято считать магией. Я даже не удивлен. Уже когда я ехал в Бренненбург, я предполагал, что придется столкнуться со сверхъестественным, чтобы спасти свою жизнь. Для меня все это странно. Но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения. Александр разбудил меня рано утром и сказал, что пора приниматься за работу. Ему явно не терпелось взяться за дело. Мы спустились в подземелье, где Александр проводил ритуалы. Я с трудом в это верю, но Александр утверждает, что родился в эпоху Возрождения и застал самого да Винчи. Александр показал мне пару комнат, где занимается анатомией, алхимией и ботаникой. Но самое важное место в Бренненбурге – внутреннее святилище. Там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы.
8 августа, 1839 год. Я до сих пор не был уверен, что я на верном пути. Но теперь я знаю. Александр смог направить силу сферы в наши тела. Внутренний круг озарился синим светом, и я ощутил то же, что чувствовал в подземной гробнице. Я был в круговороте видений. Было страшно, но Александр держал себя в руках и использовал странные приборы, чтобы укротить бурю. Внезапно в синем сиянии появились красные пятна. Со стен потекла пульсирующая живая масса. Александр быстро накрыл сферу, и жуть исчезла. Похоже, тень подобралась ближе, чем думал Александр. Он сказал, что завтра мы проведем ритуал ограждения, и что мне нужно подготовиться. Не знаю, чего он от меня ожидает, но у меня дурное предчувствие. Августа, 1839 год. Сейчас раннее утро. Александр занят подготовкой ритуала. Он так старается, что у меня возникает вопрос. Зачем? Какая ему выгода? Наверное, ему интересно, как ученому, но вряд ли он помогает мне просто так. Неужели он настолько глуп и хочет подчинить себе сферу? Когда вчера Александр наполнил внутренний круг синим светом, я понял, что мы коснулись лишь малой части того, на что способна сфера. Речь идет уже не просто об изгнании тени. Мы на пороге необыкновенного открытия. Thank you.
Видишь, Даниэль, она уступила. Кто? День. Правда? На какое-то время. Пойдем. Давай уберем это и немного отдохнем. Хорошо. А куда? Вниз по коридору. В морг. Там... Что, есть и другие трупы? Ты отлично справился, Даниэль. Нам пора, пойдем.
Что случилось? Откуда все эти трупы? Где я? Что происходит? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Два. Нет. Три дня. Это безумие. Почему сюда никто не приходит? Эй! Кто-нибудь! Я что, один тут? Помогите! Помогите! Я так устал. Если я засну, то вряд ли уже проснусь от этого кошмара. Прошу, Отче на небесах, забери мою душу во сне.
не так.